Управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Уральском федеральном округе проведена проверка, в ходе которой установлены факты хищения финансовых средств, выделявшихся из бюджета, на реставрацию объектов культурного наследия в городе Екатеринбурге. Надзорными мероприятиями установлено, что летом 2011 года между Агентством по управлению и использованию памятников истории и культуры по Уральскому федеральному округу и юридическим лицом был по результатам открытого конкурса заключен договор на выполнение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия, находящемся по адресу город Екатеринбург, улица Ильича, 2. Здание расположено на площади первой пятилетки в Орджоникидзевском районе столицы Урала. Общая сумма средств, перечисленных за выполнение ремонтных работ, составила свыше 9 миллионов 300 тысяч рублей. Тем не менее, в ходе последующей экспертизы было установлено, что сумма переплаченных средств составила свыше 7 миллионов 800 тысяч рублей. На основании материалов прокурорской проверки, которые заместитель генерального прокурора Российской Федерации Юрий Пономарев в порядке статьи 37 УПК РФ направил в следственную часть Главного управления МВД России по Уральскому федеральному округу, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, которое предусматривает ответственность за мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Расследование данного уголовного дела продолжается. За ходом следствия организован надзор. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.